Мы находимся на самой высшей точке. Вон Нотр-Дам. Вон, видишь, где Нотр-Дам? Две вот эти вот раз и две торчат. Нотр-Дам. Вон, да, я приближаю, вот. Где ты, Нотр-Дам? Вот он. Нашла? Мы там были. Да мы везде ходили. Были. Здесь Наполеон лежит. Так, теперь пошли. Сюда. Вон триумфальная арочка. Сейчас мы запечатлим. Где она? Я ее потеряла. Вот она. Ага. Вот она красная. Слышишь, какое приближение сумасшедшее, да? О, камера классная. Как будто рядом стоим. Ребята, слушай, если бы вы знали, парковка. Какие-то ощущения... Где парковка? Вон парковка на крыше, видишь? Что-то где парковка? Вон на крыше парковка. Что, машина прямо на крыше? Ну, смотри, что там, тебе видно будет лучше. Смотри, видишь, мне кажется, это машина. Нет, давай. Это ты что-то как-то, мне вот кажется... Ниже. Вот это, что это? Это точно не машина, это у тебя глюки. Это? А что это? Это у тебя глюки. Так, давай Париж весь на ладони сделаем. А, это кафе, наверное. На какие-нибудь кафе, да. А где у нас еще какие достопримечательности? Вот. Решетки. Ребят, конечно, смотреть на все это вниз. Представляете? Страшно. Очень страшно. И вот мы сейчас стоим на Эйфелевой башне. На самой высокой отметочке. А здесь мы тоже ходили. Слушай, он берет практически все памятники. Да. А где у нас, а где вот это было, где мы первое посещали? Она в какой стране находится? Да. Но она тоже где-то вот в этой стороне же, по-моему, нет? А где, получается, Елисейские поля? Где? Елисейские поля, вон они. Вот где Триумфальная? Вот Триумфальная арка, и дальше вот это. Елисейские поля от нее, да? Вот это все, вот эта улица, вот она. Вот это Елисейские поля. Вот это Елисейские поля. Пошла. Она докуда у нас доходит? Вот здесь резиденция президента у нас. Да. Дальше она пошла. Ой, да, вот это какая-то площадь с этими фараоновыми башнями, где мы ездили, да? Да. Так, да, а дальше она пошла. А теперь вот это вот у нас Гранд-Опера. Лоб замечательный. А где Гранд-Опера у нас? Ну, мне кажется, вон тут здание, видишь? Где? Вон, наверное. Прямо. Где зелененькая крыша? Да, мне кажется, там трехслойный пирог. Подожди. Вот это трехслойный пирог, да? Да. Да, в принципе, похоже. Похоже. А Сакрикюр, мне кажется, оттуда мы ехали. А давай мы сейчас туда придем и тоже его заснимем. Так, ребята, стоп-кадр делаю, чтобы пойти найти еще местные достопримечательности.